Привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Дэн, твой выход! Нет, не будем? Ну ладно. Друзья, сегодня у нас интересная игра. Очень простая. Вам понадобится всего лишь несколько листов бумаги, вырезанные чашечки и блюдца. Мы сегодня сопоставляем цвета. Это игра на логику и на закрепление цветов. У нас в этот раз сложные цвета. Некоторые из них не знают, поэтому, наверное, будет тяжеловато. Но заодно будем учить новые цвета, правильно? Погнали! Вперед! Денисочка, смотри, перед тобой 4 разноцветных блюдечка. Смотри. Блюдечко, на которые ставятся чашечки. И 4 чашечки. Давай попробуем сопоставить чашечки, соответственно, цветам блюдечка. Ты, в принципе, какая красивая, да? Зеленая чашка. И какому блюдцу зеленая чашечка подходит? Смотри, какие у нас 4 блюдца. Давай сначала сосчитаем, сколько у нас блюдечек и чашечек. 1, 2. Это сколько? А это 4. Дэн, давай теперь сопоставим каждому блюдечку чашечку нужного цвета. Видите, друзья, мы вырезали всего лишь из бумаги чашки, также вырезали блюдца. Никаких сложностей в этом нет. Дэн, выбери какую-нибудь чашечку. Какая тебе чашечка нравится? Вот эти. Это блюдечко. Хорошо, под какую чашечку блюдечко это надо подставить? Денюш, мы же когда пьем чай, мы чашечку на блюдечко ставим. Куда надо поставить? Мама подскажет тебе чуть-чуть? Смотри. Вот, с помощью мамы вы поставили одну чашечку на блюдечко. Но у нас еще много. Нет, правильно, Дэн, блюдечки, они между собой совпадают. Но нам надо чашечки на блюдечко поставить. Так, куда эту чашечку? Молодец! Так, ты хочешь все собрать в одну кучку? Так. Нет. А какую чашечку надо сопоставить фиолетовому блюдцу? Так, у нас с тобой куча мала. Давай еще раз, смотри. У нас есть фиолетовая чашка, фиолетовое блюдце, правильно? Зеленая чашка, зеленое блюдце, розовая чашка, розовое блюдце и твой любимый цвет какой, Денис? Какой это цвет? Голубой. Голубое блюдце, голубая чашка. Да, подними блюдечко, которое упало. Молодец. Так, ну, клади его на место. Ну, теперь давай каждому блюдечку поставим соответствие чашечку, Ди. Давай, мама тебе поможет еще разочек. Давай. Какую чашечку возьмем? Выбирай. Какого цвета? Фиолетовая, зеленая, розовая или голубая? Какую чашечку ты хочешь взять? Голубую чашечку сопоставим блюдечку. Мама поможет. Давай, куда надо ставить? Так, у нас осталось 3 пустых блюдца. Давай на них тоже чашечки поставим, Дениска. Нет, ты с блюдца в одно место собираешь. Давай поставим на блюдце чашку. Дениска, у нас есть фиолетовая чашечка. На какое блюдце надо поставить? Покажи пальчиком. Какого цвета? Вот сюда надо поставить. Правильно, это с подсказкой папы. А зеленая куда чашку надо поставить? Туда. Куда туда? Покажи, куда. Отлично. Ну и последняя, розовая чашечка. На какое блюдце? Какое у нас блюдце свободным осталось? Ну, пальчиком покажи. Это занято. Тут фиолетовая чашечка стоит. Правильно. Друзья, как вы видите, мы все блюдечки сопоставили чашечкам. И у нас получилось 4 сервисных чашки с блюдечком. Дениска, у нас какого цвета здесь чашки и блюдца? Голубой. Голубой. Это розовый. Это какой цвет? Зеленый. Зеленый. И это фиолетовый. 2 сложных цвета и 2 попроще.
Вот такая вот незатейливая простая игра, для которой вам понадобится всего несколько разноцветных листов бумаги. Немножечко фантазируйте, можно, в принципе, вырезать не обязательно чашки и блюдца. Мы всего лишь даем вам подсказки и направления, в какую сторону мыслить. Правильно, Дэн? Ну а с вами был канал Baby Go. Мы с вами ненадолго прощаемся. Ставьте нам пальцы вверх, подписывайтесь. До новых встреч, ребята. День, попрощайся с своими друзьями. Пока-пока.